Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о таком проекте, как Origin Finance. Итак, Origin Finance – это кросс-цепная предпродажная панель запуска токена ILO и кросс-цепная панель управления активами DeFi. Уже совсем скоро, а точнее 11 июля, у компании будет проходить предварительная продажа. Осталось всего 2 дня. Можно присоединиться к телеграм-каналу, к чату, где мы всегда будем в курсе последних новостей, чтобы ничего не пропустить. Итак, Origin Finance – это бесконечные возможности. Захватывайте доходность и обеспечивайте ликвидность по всей цепочке привязки Matic, Ethereum, Solana. Также это панель запуска токенов ILO, как я говорил уже выше. Получите доступ к лучшим кросс-цепным токеновым проектам ILO с одной платформы. Доступ к проектам ILO от Matic, Binance Smart Chain, Ethereum и Solana. Также данная платформа фокусируется на фермах. Все ключевые инструменты и аналитика, необходимые для максимизации доходности. Больше никакого ручного труда для отслеживания позиций. Компания позволяет пользователям DeFi легко одалживать и занимать и захватывать неиспользованный урожай через несколько блокчейн-инвестировать в топовые проекты. На данной платформе можно держать, зарабатывать и ставить с Origin. Также доступ к топовым проектам с платформой Origin и доходность доступа и инвестиционные возможности. Компания чрезвычайно гордится тем, что предлагает их лучший продукт в своем классе пользовательский интерфейс UI, позволяющий легко развертывать кросс-цепочку Capital. Когда трейдер продает токен Origin, компания облагает налогом транзакцию в размере 5%, которая затем соединяется с BNB для создания дополнительной ликвидности. На данной платформе можно зарабатывать двумя способами. Токен Origin позволяет нам держать в своем кошельке и зарабатывать на том, что известно как и Reflection и Stake на платформе данной компании. Компания будет блокировать токены пула ликвидности на длительный период времени, чтобы дать инвесторам уверенность в инвестировании. Поэтому, когда вы инвестируете, вы знаете, что это на длительный срок. На сайте опубликованы все технические документы, которые необходимы нам для анализа. Мы можем просто перейти в раздел «Документы» и «Дорожная карта» и более подробно ознакомиться с данным проектом. Что такое Origin Finance, мы уже разобрали. Что можно будет сделать с Origin Finance, тоже уже разобрали. Теперь давайте немного рассмотрим саму экономику данного проекта. Как мы можем наблюдать, общий supply составляет 1 квадриллион токенов. На данной схеме мы можем видеть, как примерно на что будет распределено данное количество токенов. Это на пресейл, на ликвидность, на физ, локинг и онлокинг. Комиссия за ликвидность, 5, как я уже говорил, 5%. Комиссия за ликвидность активируется при активации продажи на PancakeSwap. Затем он соединяется с BNB и добавляется к нашим заблокированным токенам LP для улучшения торговых условий. Налоговый сбор за транзакцию составляет 5%. 7,2% будет выделено команде и заблокировано на 3 месяца с помощью OnCrypted. Переходим на сайт, открываем все технические документы, изучаем данную компанию и после этого делаем свои инвестиции. На этом, думаю, мы обзор закончим. Переходите на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.